утро всем. Ну вот, 1 мая, а на улице погода, не выйдешь из машины, колотун. Вышел поработать сегодня в 6 утра, посмотрим, что из этого получится, купил смену. Кстати, межгород тоже входит в покупку смены, что меня удивило, конечно. Но я его отключил, я его не катаю. Первым заказиком приехал в Орехово-Зуево, на окраину здесь. Сейчас назад поеду, в сторону дома проставлюсь. Достопримечательности вам Орехово-Зуево немножко покажу. Так что смотрим. Не забываем подписываться. Писать комментарии, ставить лайки. Ну или дизлайки, кому как. Так что всем спасибо. Вот такой, ребята, в Орехово-Зуево заказик взял. Правда, по зеленочке. На окраину Орехово-Зуево. Вот здесь, смотрите, какая травка-то зеленая, а? Красота. Частный сектор. Сейчас в сторону дома проставимся. Может, что даст. Вот, ребята и девчонки, Орехово-Зуевский. Местный стадион ихний. Смотрите, знамя труда. Там мне нравится, вон там он стоит, смотрите, какой у них. Опа. Футболист какой. Ладно, поехали. Ничего не дает, зараза, домой. Это вот Орехово-Зуевские фабрики здесь всякие, вот Морозовские, вот бывшие вот эти вот слева. Представляете, какое здесь было производство, это вообще, блин, рост. В Орехово-Зуево все эти заводы уже превратили в торговые центры. Кое-где еще не превратили. Вот у них здесь авто и ЖД вокзал Орехово-Зуевский. Особо показывать нечего. Там вот еще один памятник я проезжал. Надо было, конечно, остановиться, снять вам. Ладно, в следующий раз приеду, покажу. Вы его знаете там. Смотрели, наверное, все кино «Брат». И вот там, помните, был такой старший брат, лысый. Бодрова, его брат был. Сухоруков его вроде, да? Фамилия-то. Вот там его памятник, он же с Орехово-Зуево. В следующий раз покажу. Ну что, доехал я вот, как видите, до поворота на Дрезну. С Орехово-Зуево я впустую прокатился. Обидно. Вот это мне заправочка в Дрезне нравится. Кто заправляется, напишите в комментариях. Огонь, по-любому огонь. Полный бак заправляю, два дня катаюсь. Ну, если город иметь в виду. Кайф. Все расцвело, зелененькое стало. Настроение приподнялось. Вот, дождичек перестал хоть. Стало намного красивее. А то все серое, унылое было. Сейчас вот еще солнышко будет проявляться. И прям вообще, как говорится, жить хочется. Ладно, сейчас приедем в город. Позавтракаем. Пока еще не решил, где буду завтракать. Скорее всего, в «Привет, буфет» пойду, наверное, в кафешечку. Позавтракаю. А то сейчас домой приду, расслабит меня и работать не захочу. Опа, видали? Как вам? Поехали в прямом эфире.
стрельнуло. Плюс 320, ребята. Ефимовский лес на вокзал. Ну что, ребята, не зря я, да? Платную подачу-то взял. 622 рубля. С Ефимова привез на вокзал. Ну вот теперь-то можно сходить и покушать. Это класс. Сейчас даже хочу посмотреть, знаете, что интересно. Комиссию взяли или не взяли? Так, надо сейчас сначала завершить по кнопочке домой. Сейчас посмотрим. Так, 2 915 заказов. Нормально. Можно, конечно, еще бы один заказ сделать, но я боюсь, сейчас куда-нибудь выкинет в другую сторону. Нет, не взял. Вообще отлично. Покупка смены, из-за этого и не взял. Пойду сначала поем. И будем дальше работать. Я уже в городе. Отлично. Так, вон наша кафешечка. Сейчас мы пойдем туда кушать. Сейчас ехал, пассажирку вез. Всю дорогу по телефону трещала. Подъезжаем, она мне говорит, а у меня перевод. Я так ей хотел сказать, а ты что раньше-то думала? Ты сразу что ли не могла перевести, блин? У меня уже следующий заказ. Я промолчал. Сидит. Ну, в принципе, могу и 500 рублей дать. Я говорю, вы, блядь, определитесь, вы переводите или деньги даете. Ладно, я переведу. А какой банк? Я говорю, там Сбербанк и Тинькофф. Ну, у меня Тинькофф. Я говорю, да, блядь, переводить куда хотите, давайте только быстрее. Ну что, блин, за дебилы, просто конченые, блин. По-другому не скажешь, блядь. Вот, ребята, в покупку смены межгород тоже входит. Ну что, ребята, вот немножко было дела, надо было поделать. В Опушкину вот привез. Ну, кстати, касса меня сегодня радует. Уже 4,5 я заработал. А время 2 часа только. Так что я думаю, через часик я уже пойду обедать. Дай бог с пятерочкой, чистыми точно. Слава богу. Вот опять в город возвращаюсь. Не особо далеко уехал. Так что меня все пока радует и устраивает. О, заказик, смотрите. Блин, только оттуда уехал на вокзал. Ну ладно, хрен с ней, вернемся. Лучше, чем не пустым, да? Я тоже так считаю. Ребята, смотрите, какой заказ прилетел. Город Иваново. Я думаю, цена хорошая должна быть. Вот, ребята, я же говорил, здесь цыгане, блядь, 100%, блядь, поедут, блядь. О, видишь, я же говорил, блядь. Командир, а сколько поедет человек? Один человек. Кто поедет-то? Бабушка. Бабушка? Что там по цене-то? 6600. Сажайте ее назад, поехали. Назад сажайте, поехали. Да. Куда-то сюда, вот тому дому маленькому. Командир, деньги только вперед. Да, надо. Да. Все, смотрите, блядь, тут одно цыганье, ебаный в рот, блядь. Рой, блядь. Просто караул, блядь, ёпта мать. Смотрите, откуда я забираю. Ой, блядь. Тут собаки живут, бабки какие-то живут. Там бабка какая-то, блядь. А у тебя с пятерки сдачи будет? А? С пятерки. А ты говоришь 6600? У меня будет пятерки просто. А.
перевод, наверное. А она в каком состоянии-то хоть? Ну она ходит, но плоховато. Она выдержит хоть? Выдержит, она не в первый раз. А кто-то ее там встречать-то будет? Да, 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 там племянники. Блядь, кошмар, блядь. Ага. Деньги сразу дать? Да. Давай, сейчас дай. Ребята, на что я подписался, я не знаю. В итоге, ребята, я не повез, потому что там цыганка, бабушка, инвалидка. Она в таком состоянии, что мне ее даже страшно трогать, не то что на нее смотреть. Ну, уж извините, там в огороде пугало чище выглядит. А в мой салон, ребята, я не посажу таких. Не надо, спасибо. Короче... Я еле ноги оттуда унес. У нас что-то здесь прям какой-то рейд гаишнички на Захаровской улице. Один за одним, блин. Такой заказик взял. Да, с комиссии получилось. В Электросталь. Вы же знаете, что я пытаюсь каждый день за 12 часов заработать в городе 7000 рублей. Продолжаю свой такой челлендж. И вот в Электросталь приехал. Видите, не повезло, чуть-чуть комиссию взяли. Потому что было за чертой города Павловского Посада. Ну, и в итоге, смотрите, проставился до Орехово-Зуево. Отдал мне до Павловского Посада. Блин, ну это вообще... Это мечта, ребята. Это мечта. Ребята, вернулся я в город с Электросталя, закрыл, так, закрываем кнопку по делам, смотрим, что у нас сейчас по кассе, 6800, сколько у нас еще, 20 минут смены, так что сейчас докатываем еще пару заказиков и... Домой можно идти. Вот, Орженки, Закаляева, даже с коэффициентом. Погнали. И как раз у меня будет 7000. План я сегодня сделал свой. Буду доволен. Замечательно. Поехали. Спасибо, ребята, что подписываетесь, комментируете, ставите лайки. Да, кстати говоря, кто подключается к Яндексу или становится прямым партнером, самозанятым, ИП, там в описании под каждым роликом у меня есть реферальный код, его вводите и получаете две смены от Яндекса в подарок. А за то, что вы зашли через мою ссылку, я получаю одну смену 12-часовую, а вы две смены по 12 часов. Так что все ссылочки в описании. Спасибо заранее, ребята. Спасибо еще тем, кто уже на меня подписался, зарегистрировался и ввел мой реферальный код. На моечку приехал, детейлинг сделал внутри салона. Сейчас будет чистенькая. Ну что, ребята, подводим итоги 1 мая. 40 заказов, 7100. Чаевых сегодня даже 108 рублей оставили. Вот так вот. Любимый магазинчик приехал. Поеду отдыхать. Всем спасибо. Не забывайте подписываться.